Дорогие горожане, дорогие друзья, приближается новый 2021 год. Каждый из нас очень ждал окончания невероятно сложного 2020 года, ждал с надеждой на лучшее, светлое, и этот момент настал. И я от всей души хочу сказать спасибо людям, которые в этом году подарили чудо спасения сотням, тысячам горожан. Дорогие медики, никакими словами не измерить то, что вам пришлось пережить и сделать в этом году. Низкий поклон за этот подвиг, который вы совершили и продолжаете совершать каждую минуту. Мы усвоили самый основной урок этого високосного года. Главное в жизни – это сама жизнь. Она настолько хрупка, что стоит ценить ее здесь и сейчас. Давайте поблагодарим друг друга за настоящий момент, за возможность обнять любимых, дорогих и близких, за то, что прямо сейчас, пока они рядом, мы можем сказать им нужные и важные слова. Все мы с нетерпением ждем новогодних праздников. Это время чудес и исполнения желаний, которые мы помним с детства. Сейчас каждый может стать волшебником, создать маленькое чудо своими руками. От всей души желаю каждому, чтобы наступающий 2021 год стал новым во всех смыслах, чтобы он принес благополучие, здоровье, достаток, радость в каждый дом. Берегите друг друга, любите друг друга. С Новым годом, с новым счастьем!